Шумаков смещается в центр. Оставление и пролетает мимо шайбы Воинов. Нужно возвращаться назад. А здесь Вон мчится к воротам. Справляется Воинов. Еще один момент у Куньлуни. 2-2. Счет становится. Спенсера Фу поздравляют партнеры. А началось все с неточной передачи на рубеже чужой синей линии. Она была рискованная, она была в противоход Воинову. Пришлось возвращаться, пришлось отрабатывать в обороне. И в данном случае «Авангард» не справился. Но это уже концовка, завершающая фаза. Вот допускает Воинов ошибку, не выводит шайбу через ближний борт. Перехват. Вон делает передачу на Фу, и Фу наносит классный бросок в касание в ближний угол.